Глава государства как раз апеллировал к тем заявлениям, которые звучат из западных стран, из Киева, о том, что, дескать, Киев будет на поле боя, значит, двигаться вплоть до победы. Но и здесь Путин таким образом просто напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы. И потенциал России настолько велик в этом плане, что он лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции. И поэтому все вот эти заявления западников, они буквально абсурдны. Они абсурдны, и они просто добавляют горе для украинского народа, о чем также сказал вчера президент Путин. Мы глубоко опечалены теми новостями, которые поступили из Японии. Мы самым решительным образом осуждаем покушение на бывшего премьер-министра господина Абе. Мы также глубоко соболезнуем, собственно, всему народу Японии, потому что господин Абе, во-первых, он был действительно патриотом Японии, он всегда отстаивал интересы своей страны, но предпочитал делать это за столом переговоров. Именно благодаря этому у него сложились очень хорошие рабочие конструктивные отношения с президентом Путиным. Вы знаете, что существует определенная регламентная работа на газопроводах. Эти работы, они проводятся каждый год. Никаких новых видов работ никто не выдумывал. Если эта турбина после ремонта придет, это позволит нарастить объемы. Поэтому, собственно, вопрос только один, почему это не сделали сразу?